Идет. Слышь, в зеркало посмотри, там идет, понял? Я в зеркале тебя вижу все время. Как ты можешь меня видеть в зеркале, если я возле тебя не... Потому что идиот. Шикарная логика. Миша просто все время позади едет. Миша нифига не позади едет, он тут недавно меня чуть не натянул. Да? Да, чуть-чуть. Я тебя натянул, понял? В квали натянул. В квали натянул, да. Все потом... это кусочек. Потом кто уехал. Ставит эти тупые стены, блин? Какие испанцы? А в Монако-то еще больше стен. Они засмотрелись на футбол, блин, и поэтому поставили тупую стену там. Какие черта, блин? Какие-то алиханы, блин, какие-то стены. Мы находимся в Монако, самая дорогая страна. И тут можно купаться в черной икре и в гречке. Вот. Черная икра и гречка. Насчет черной икры с гречкой, конечно, не уверен. Теоретически-то можно. Так, я вам выезжать не буду даже. Так, все, не дай бог, я сегодня вылечу, тьфу-тьфу-тьфу. Вся гречка из России была вывезена в Монако. Вместе с нашими пилотами. Тихаря вывезли. Так, секунда, баланс 1-1, да? 1-11. Какие настройки? Какой 1-11? Аэродинамика 1-1. Какой? А я, кстати, секунда. 1-1. Баланс меня какой? 1-11. Почему? Я уже выехал. 1-11 аэродинамика? Потому что на 1-1 заночит. Какого черта ты мне это сейчас сказал? Потому что ты у меня это сейчас спросил. Какого черта? Ребят, вы кровать снимете, там уже будет неважно, какая аэродинамика. Да. Там 1-1 будет. Так, передо мной есть Макар, но написано «Отсос». 1-1. Там будет фаза полёта. А ЖДО это чё, это джедай? Нет, это еврей. Не, ну я понял, что это. Ты понял, что это еврей, да? Ты думал, тебе один Миша будет на мозги тут постоянно копать в речь? Да. Кто? Вова тут чуть не убился, нифига себе, Вова. Вова, брат, ты меня услышишь потом после гонки в записи. Ох, Монако вся блестит аж. Ты ж блестит, а ты думал. Все на бриллиант, считай. Дом из бриллианта. Что самое там лучшее. Живет. Хамильтон. Люси. Тут где-то Росберг живет, надо к нему в гости зайти. Люси тут живет. А нет, Росберг жив. Отобразился, а сейчас он приехал куда-то. Да. А Люси, бедняк, жил в деревне. Сейчас живет в Монако. Чувствую сразу. Что клубы? Ник почувствовал стену в зубах. Чья Феррари? Ник твоя? Да. Полностью? Не, полностью твоя. Нет. Время. Вчера выкупил. Какой ориентир? 1.40. Ты вообще ездил в дождь? Я 24 дня. Даже не уезжаю. Сколько, Миша? 22.0? Там еще меньше 22. Да, из 22 можно уйти. Я в курсе, что можно. О, Ярик-то тут? Ярик, ты жив? Он опять не снял. Ярик жив. У меня трансляция. Я бы не четвертый сектор. Он типа комментирует гонки или что? Ну, наверное. Я не слышал. Фил? А, еще не смотрел ни разу, да? Ну, я. Он там сидит, мальчик. Да, он еще на скайпе здесь. Он с нами слушает просто. Член. Классный член. Повторите, я ведь уже слышал. Я тоже. Член. Сломало, мне кажется. Бля, я не могу здесь нормально ехать, меня заносит. У меня шикарно. Как я тебя понимаю. Пат 4-0. Миша. 22-6. Ик. Это я без левого закрыл. Читер. На, Ник, молодец. Ой, это вообще буду ехать.
Вова, кто 22. Это там такой? Вова Зиной. Вова 22. Да не. Ой-ой-ой. Я пересеку, слушай. А, там два, значит, там сбился. Феррарик. Убивай! Блин, что-то так непривычная формула смотреть на таких камерах. Не с этой же. После Ассатокорса так вообще нельзя включить. Вот так тупо кажется, почему нельзя включить свободные камеры, там, не знаю, или ТВ-камеры. Не! Приклеился к болиду и все. Сектор запорол, блин, сын. Да, сильно очень. Серёг, ты что, не выезжаешь? А смысл? Действительно, смысл? Я быстрее 24-х я не проеду, поэтому тут смысла нет. Кого-то отказывает, смысл у Монако этой квалификации. Блин, а гонка в дождь получается. Да ладно. Комплект, походу, надо установить, что ли? Конечно, а как ты хотел? Я уже сразу об этом. Вот и не ходить. Кто там в тоннеле остановился? Вова, да, Баянс. Блин, может тоже не выезжать? Ты уже выехал. Я уже заехал. А, ты в боксе. Слушай, вторым сектором. Со средом. Да, там вообще пищу срезал. Кирилл все проиграл. Третий сектор. Да, все пиздец. Ну, бывает иногда. 60-й. Брат, пол. Хоть время есть, пофиг. Не буду выезжать. Чё, не как член? Сколько на там? Нормально, там даже немного какая-то часть видна. Они ещё два потратят, но нормально. У нас они один потратят без вариантов даже. А ты знаете, что там на гонку вообще предлагается? Один пидстоп. Один пидстоп, да. Там нормально, чё? Я вот три круга проехал, мне 4% износило. Лёша бы смог. Я знаю, что Сопа бы смог. Он же там до сих пор по своей тактике ездит. Да? Нет. Нет? Всё уже. Он как все едут. Он избрал другую тактику. Надо попробовать суперсофт одеть. Зачем такой массивный? Спишь прогреть за круг? За два? Конечно, успею. Что прогревать? Что прессов? Без крыла? Крыло для слабаков. А, да. Сейчас покажу, как его ломать надо. В первом повороте. Сейчас человек выехали только на квалу пока. Ну. На 8. Не, выезжали 10. Шестеро. Шестеро доехали, да? Да. Блин, 1-1 баланс. Я так и не смог настроить это дело. Я тоже не смог. Я все пробовал, любые, нифига ничего. Заносит и все. Я потому что только одни попробовал и все. Я все, что можно пробовал. Нифига ничего. Торможение завтра, на разгоне суть сильно. Она только решает это. Везунчесть, скажем. Твоя концентрация решает, которая... Человек решает. Везунчесть? Что это такое слово? Везунчесть. Что это за слово такое? Еврейское. Везунчесть, понимаешь ли? Вообще. Миша, выезжай, что себе? Уверен? Короче, Вова, я обгоню. Три комплекта хватит? Не знаю. У тебя сколько крыльев в запасе? По-моему, крыльев бесконечно. Да? Комплект не. Тут хорошо, кто один в команде. Сегодня. Я кусок там соседнего гроза перетащит. Ага, фиг там. Доходы к нему никто не способен. А сколько пидстопов будет? 3 или 4? Или 2? Кажется, 8. 8 то понятно, если кто-то будет ехать по стенам. Как Спайдермен. 9 часов, да, наверное. Миша, показывай время, я не хочу быть одним.
Я с тобой буду, чё? Не надо последних портал со мной. Да нормально все будет, не сыт. А может не выиграть? Нет, я не выиграю. Что-то 41, 8, охренеть. Секунду. Лёша, а чё ты не ездишь? Он не умеет. Блин, да. Я не умею, я разучился. Не умел, не умел, и разучился. Когда не умеешь, я ещё разучиваюсь. Да, это кошмар, конечно. Это вообще... беда. О, видит резнов. Сейчас точно попадал будет. У него можно фол. Что, мало где срезать можешь, что ли? Первый поворот. Первый. Третий всех при поворотах. Втором всех при поворотах. Третий. А, всех да. Поворота. Неплохо. А во втором где можно? Кирилл? А, ничего. Третий всех. Там три поворота. Не, не третий, раз. Первый. Первый. И второй. 20. Первый 50 тысяч. Хорош. Иди красиво едет. Да. Ай, блин. Кусочек. Нет. Слишком рано руль повернул. Первый сектор был лучше, лучше, чем да, да, да. На 5 сотых лучше. Ну кто был готов к тому, вот к такому повороту? А их тут много, да? Вова был готов. Что, не видно, что? Вова, третий сектор, 19. Я видел, так походу еще лучше. Даже не думаешь, что он срезал. Нет, потому что у него... Третий заправ. Это, наверное, 1-1. Не исключено. Ну, естественно, не исключено, если нет. Второй сектор 46. Там, где одна туннель. Одна туннель? Одна туннель, да. Одно. Морда лица. Да что ж ты опять в том же самом месте? Капец. Да, всё. В втором секторе одни туннели. Ромка Рома выстрел. Улучшил и сломал крыло сразу после этого. Рома второй. Ой-ой-ой. О, я уже пятый, ништяк. Еще пятый. Резнов третий. Интересно, как он будет. А я вот не смотрел круг за Резновым. Я не смотрел. Четверо судей, никто не смотрел за Резновым. Что хорош. Что, мало пилотов, что ли? Ого. Вот это было красиво. Вау, Зинович чуть не убился. Раз целых... Самое главное, 4... все столбик объезжают в третьем секторе, и никто его и ни разу еще не задел даже. Я один раз он валялся, я видел. Да? Я не знаю, кто задел, но он валялся. Он не должен валяться, потому что это срезка. Все, ты сквал. Да, кстати, это срезка. Розыск, объявляю открытый. Ты сквал всем. А я вообще сразу туннеля поворот так, так что после этого я вообще не старался идти. Игорь хорошо едет, мне нравится. Так. Сока приехал. Да. Витя тоже приехал. А, все уже, да?
Больше не. А я последний, а я последний. Сполушает. Ай-яй. Кирилл лучше второй. Кирилл пришел, да? Кирилл, ой, нихрен. А, ну все. Ну да. 37.3. У тебя хватит времени, не летит. Фишка там успели, я на круг. Успеешь. Один успеешь. И где сейчас? Там кто-то просто срезал во втором секторе. Там сейчас хороший второй сектор у Кирилла будет. Наверное, рекордный. Шесть. Не провалил круг. О, Кирилл успел. Нет. Не успел. Какие крутые текстурки, полита Red Bull. Даже буквы обрезаны. Типа мы ничего не видели. Качество всего. Ну что ж. Нормально. Зрители, не удивляйтесь, я тоже ничего не вижу. Слепой. Я включил вид от первого лица. Прижмись вправо. Ага, топливо кончилось. 0,180. Ух ты, двое позиций даже по 10 получили. Что, не срезали, что ли? Да. Офигеть, все, вот этот а поход. На выезде линию пересекли, видимо. 22,4. 21,7 сейчас ехал. Я не последний. Ну, ладно, я последний. Я в жопе. Это я в жопе. Оу, розовые. Воу, молодец. О, красавчик. Кирилл. Да. Сейчас будет о, как мясо. Мясцо? А будет мясо он. Мясцо будет позже. Главное штрафы не получать, то следующая Англия. Неохота. Ну, в Англии хотя бы отыграться можно. Там обидно получить 10 позиций. Там хотя бы отыграться легко. Так что, Серега, будем медленно ехать, стартовать? Сейчас посмотрим, где мы стартуем. Тьфу-тьфу-тьфу, всем без штраф. Не убийца, да? Без каких штрафов? Вы о чем? А где же хардкор? Зрелищность, аварии. Хардкор ушел в чемпионат. Просто эти курсы будут хардкор. И он сейчас злит. Вот если бы, Леша, ты ехал, сейчас был бы хардкор, а сейчас не хардкор. Курсы и смотрят. Ставим... Суперсофт и едем, а? Так, аэродинамика 12.9. 12.6. Не 15.13. Я 20.20 поставил, пойдет? Ну так, что, слики? А... Ну я говорю, слики, поехали. Поймать, на 19-м. На 39-м, ну, я попробую. Значит, я на 20. На 19-м, на 39-м. А, потом еще плюс 19, как? Плюсуй. Еще будет видно. Я ничего не ставил. 58-м, 59-м. Там что, три пята будет, что ли? 4. Ну, ой, 3 пята, да. Да, да, удачи. 3 пята. Так, а как ты хочешь, 2 пята, что ли, доехать? Один. А, ну один-то понятно. Играда. Опа, на, это что такое это было? Был? Кто-то это не я. Пускай. Сразу полегчало так. Игорь, Женя. Я тут. Я тоже. Женя. Так, секунду, да? Перекличка сделаем. Давайте, всем удачи. Рома, молодец, второй тоже красавчик. Это может быть кто угодно.
Миша, давай, Марусю обижать. Давай, у меня резина мокрая. Что? Слышь, что я ехал квалификацию, что вы тут рядом. О, Женя впереди меня. Не въедьте, по центру будете проезжать, потому что мы сейчас будем выходить с вами. Угу. Эдик, Иванович. Блин, я врезался. Я ж предупредил. Я не успел отвернуть. Я, Игорь, поехал. Никто не зря. Ух ты, Резнов уже второй. Ром плохо скатал, по-моему. Я вообще последний этап. Я один. Нормально будет. Да, сейчас все убьют себя, и все, я потом хайл. Первый лагает. Ник, не стоит тебя обгонять. Я уже понял. Я, знаешь, Монако, мы с тобой уже поборолись. Я знаю. В последнем сезоне. Я помню, чем закончил. И Ник, ты жестко лагаешь вообще. Даже ты помнишь. Это лучше модем опять. Сейчас врезали, что за фигня. Ой-ой-ой. Что там было такое? Я перетормозил. Оно спокойно, я за всеми не могу сразу следить. Сидите в середине пелетона или в конце, в начале сезона. Блин, кусочек. Так, один чувак срезает. Следить! Иваныч, по-моему. Я тут и обгонять Рому боюсь. Я, конечно, понимаю, что я сейчас быстрее, но да. Боюсь его обгонять. Игорь, последи за Брянцем, я пойду. Боюсь дальше. Лидер. У Резнова кусок отлетел в первом повороте. Вижу. Отлично. Да, терять он начал жестко сразу. Поедет, Ник, ставь объединенку, пока все нормально. Я ставлю. Я тоже. Я ж вижу, а тут у всех вам помогают. Прости, Рома. Ой, блин, на таком месте безобидно. Все, Вова отъезжает. Неужели Вова выиграет? Да. Игорь. Так, у нас срезал резина. Угу. Там Рома подтолкнул его. Думаешь? Да, я видел. Да-да, что-то такое. Он ничего не выиграл. Ой, Рома, давай быстрее. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой. Я тоже... столбы валит. Я не могу. Мы могли штраф. Вот ехал куда. Ник, зачем ты это сделал? Ты меня, кстати, это подтолкнул. Ты в курсе? Тебя пропустить? Ну, ты как сам думаешь? Я же не сам улетел. Охренеть, это вообще профи в Монако обгонять решили. Че, поворотим последний? Да это Ник, он тут в этом моменте. Я вижу, что он прошел. Резнов собрал цепочку. Руби. Он толкнул Рому, да, или мне показалось? Толкнул, толкнул. Чем вообще толпу собрал? Иваныч едет. О, уехал. Ник, а кто с тобой, Серега? Эдик. Эдик, красавчик. Я последний. Все нормально будет, Серега. Да, резов. Сейчас, я сейчас далеко никого не, не отпустил. Иваныч срезал. Ой, какая камера. Вообще нет. Не знаю, хорошо держится. Охренеть, ты тихо. Боя. О, куда он так? Ты видел? Я видел. Ай-яй-яй. Уже второй поворот, кстати, говорю. Поехали вперед. Поехали. Опа, она тихо. Так обгон слева, Миш. Че, Резнова штаб дали? Ну, наверное, из-за того, что... Ой-ой-ой-ой-ой! На этом круге он сам слезал. Иваныч сломал крыло, въехал в стену. Иваныч ехал сломать, зачем?
Я не хочу обгонять, у меня желтые флаги, я не хочу обгонять. А ей надо раньше тормозить. Вообще пор желтый флаг. Это только у тебя. Ага. У кого там Иваныч не может подошли? Нет, у меня желтый флаг, не тут. Не, у меня нет. Да, попробуй вгони, посмотри. Проверь. Советчик. У меня был первый сектор желтый, сейчас второй желтый. Мишка. Я аккуратно. Я аккуратно срезал, да, кто не видит. Да. Кость выточена. Много. Растянулись по трассе. Опять желтый, ну я бахнул на желтый. Бак? Походу, да. У меня весь круг был желтым. А сейчас да, зеленый. Опа, танцы приехал. Сильно? Сильно приехал. Очень да, там где Миш, ты какой? Я шестой. Сейчас у меня место просто обогнать. Пытался задним колесом стоять, зацепил. Я говорю, без крыла, что ли? Ничего так не сломал. Нет, ничего не сломал, по-моему. Трянцы? Там кусочки валяли. Сломал кусочек. Сейчас срезал после туннеля шикарно. Сейчас, наверное, на пистоп поедет. Еще раз срезал, быстро, двойной. Здесь нахуй на пидстоке. Или опять что? Это медленно кто-то. Сейчас выйдет. Если бы у него был штраф, он бы вышел, может. Зачем заезжать? Ну, тогда кусочек сломал. Зачем просто... заезжать? Просто... Не знаю. Игорь, ты глазами закончились? Куда сюда? Короче, дать просто ошибку едика, потому что я не еду вообще. На втором желтый. Меня чист. У меня желтый тоже. Меня чист. Уже зеленый. Это баг. На карте, на мини-карте показывает желтый, а эти стоят, машут зеленым. Чарли Вайтин, разберись. А ну-ка, махать желтый флагом. Забрался, все нормально? Ой-ой-ой, передача есть. Желтые флажки, они же такие классные, красивые. Мне еще красный нравится. Да. Мне черный нравится, классный вообще. Игорь, черный. Да, их гид показывает, да? Да. Да че носит? А Роман быстрее едет. Какой? Второй. Рома, да, побыстрее меня. Рома же говорил, что он любит дождь. Да, он говорил, что нет шансов вытечивать его. Вова, да? Вова первый. Ну, а где он сейчас? Далеко. Секунд 30 приехал. Да, нет, не секунд 30, секунд 15. Может, меньше.
бы лежал здесь. Да что тебя носит, бро? Они тоже. Такая интересная, захватывающая. Кто стал Бигль Билл? Брянц. Я. Брянц уже который круг срезает. Стол подсоревается. Что ты меня уперся? Эй, знал только что забил. Прям там просто проехал. Не, там уже поставили заново, он его обратно сбил. Он просто автоматически выезжает снизу. Ух ты, Вовку развернуло. Да ладно. Перед тоннелем, да, поворот. Да, естественно, там медика всегда знает. Рома проехал, Кирилл проехал. Ого. Я тоже проехал. Ого. Что происходит? Серега, ты проехал? Да, он там стоит, разумеется. Ты где вообще? Ага. Рома с Кириллом проскочили. И тот, кто там еще стоял. А, Серега, там Брянцев, там Брянцев стоит. Рон? Да. Он тоже возле он-то стоял. Перед улиткой. Софа в очках. Да я не стал ему мешать, он я ошибся, он догнал. Вот третий уже столбец, Вова столбец бил, но не срезал. Здесь сбитый столбик, не срезал. Нет, подожди, а что случилось, Вова? Развернул. Вова развернул перед тоннелем после улитки. Че, еще не слышал? А то я думал, это про Игоря говорили, что он развернул. Игорь тоже там же. Не там. Ну, Игорь, я не видел, я видел. Вова переключился, в этот момент он стоял развернутый. Я смотрю, он третий едет уже. У него же оптимал. Хрена эко там. Какая-то борьба ожидается. Какая борьба? Где ты там гоняй, скажи. Жить можно. Не, если Рома выиграет, будет так. Рома еще не выиграл. Лучше 70 кругов ехать, да. Поверить тобой. Спидстопы, стратегия, борьба, люди. Стратегия. Стратегия, тут ко мне сейчас сломает крылья сколько. Да. Понятно. Точно всю гонку или будет подсыхать? Всю гонку. Всю гонку. Кто прожал? Просто в Монако сейчас ливень в это время, поэтому. Да. Они заказали у Бога лошадь в этом. У них денег. Ну, за то, что это всегда интересно. Но не в Монако. А прикольно, что? А чё, это не хардкор? Рулем надо хоть крутить. Какой-то ветер, да, рулем. Слышь ты, крутильщик руля там. Да, слышь, чё ты базаришься, ну, Да всё, всё. Езжай, Извини, извини, всё. Не бей, пожалуйста. Один Вова эту кочку объезжает. Какая кочка? Во втором секторе. Миша даже не знает, какая кочка. Что, есть кочки на трассе? Нет, кочек. Типа. А, вот это что? Ой. Ну извините, не всегда получается здесь. Так, группа по ней поврежденным антикрылом едет быстрее, чем Вова целый. Да не помню. Вообще читак. Он вообще все верно. Он еще выйдет. Сразу летит. Ник, ты читак? Конечно. Я тоже. Я тоже. Поэтому Монако проехал 58 секунд. Рома, давай. Че, давайте-то? Уезжай. А, уезжай. Не-не-не, так не пойдет. Так что они делают. Забейте, я не за свою команду вообще. Как обычно, короче. Ну, в принципе, да. Да вы и так нормально едете, там всегда наберете очков. Рома, ты ни разу не набрал очков. Я уже в этом сезоне смог.
А я что, выигрывал, а? Ты сейчас за меня не болеешь? Ты. Да ты далеко где-то. Где-то слышь, там далеко. Ой-ой-ой, ты только начал обо мне говорить, так я сразу начал все. Да ты начал говорить сразу мне. Все понятно, все молчу. Так точно. Вы цари. Цари или цари? Эдик вас догоняет. Эдик хрен его знает. Вообще, Ник отстал, я заметил. А Эдик вот на последнем круге. До этого подъехал очень близко. Ошибся, что Ник? Да вроде нет. Да и Вова вроде не подъехал. Как думаете, я психологически сейчас давлю на Рому, нет? Нет, абсолютно, вообще ни разу. Мы на тебя давим? У него зеркала заднего вида нет, он тебя даже не видит. Вот я тоже так думаю. Просто топит и все. Вообще, кто сзади, кто впереди. Вот это красивый кадр был. Такой. Я смотрю от твоего переднего антикрыла. Поездом догнал кого-то. Там такой дрифт по поребрику. От Ромы. Кажется, сектор зеленый, сектор красный, желтый. Интересно такая. Такая полосочка хорошая из пяти человек. Кто же ошибется первым? Кто-то же явно ошибется, но быть не можешь. Так, я. По втором мы доехали до финиша. Борьба за десятую позицию. Отлично. Ну на всякий случай тут посмотрю пока. Кто с кем там? Витя прошел Брянцева, но он чуть-чуть срезал Шикану. Не знаю, там, может, в принципе... Я срезал и обогнал? Он не сильно срезал. Я обратно срезал. Там не такая срезка, чтобы пропускать. Чуть-чуть срезал. Я не знаю, а это важно чуть-чуть, не чуть-чуть. Правильно. Срезал, он как бы... Он сначала обогнал, потом срезал, потому что Шикану уже был впереди. Потом просто не... Поворот чуть-чуть. По одному говорить. По одному слушать. Блин, стена мешает. Стена, да, маленькая мешает. Ух ты, желтые флаги во втором секторе. Вы вообще играете в разную игру, да? Да. Нету флагов вообще никаких. На меня тоже нет. Я тоже нет. Причем я за Кириллом смотрю. Жесть, Эдик уехал. Че, сломает крыло? Так еще не сломало. Че, Рома, подозрительно быстро, на прямой. 1-1. Он камикадзе, что ли? О, Рома заносит на них. А желтые ну, флаги. Ну где аварий-то? Разворот. Где все взяли вообще? Перебить, что мало. Хочется больше крови? Да. Опа-на, тихо, на. Так шон. Кто четвертый? Ник? Да. Серега, тебе перетряснул? Или это... Да, я. Че тут и стены, пацаны? По стенкам ездишь. Слово стенки. Сильно повредил? Ну, второй кусочек помол. Ой, крест. Опа. Не-не-не. Фух. Обгон. Состоялся. У меня ощущение, что сейчас Витя будет тебя обгонять.
Это экшон попёр. Ник вышел хорошо с этим. Поставил его вашу. Да. Стеночку зацепил. Нет, сейчас я где-нибудь ошибу. Чуть без крыла не остался. Потекло прям. Вот когда Рома чуть отпускаешь, легче намного ехать. Резнул, блин. Видите, много. Я запрещал. Он до этого срезан, все столкнул. Где выгонять нашел? Пишите ему, чтобы верну ходить. Да я что-то с крылом первым повороте. Что-то. Да, Рома дрифтит. Он вообще всю гонку дрифтит. А я думал, Вова дрифтит больше. Ну, Вову я не видел. О, так вообще дрифтит. О, и первый пошел. Да. Еврейская мысль. Еврейская солидарность. Да. Что ты такая существует? Такая бывает? Если такая существует. Не доказано. Она то есть, то ее нет. Да. Вот русская есть. Между первой и второй перерыв. Большой? Перерывчик большой? Солидарность. То там непонятно, то маленький, то большой. А он году. Ну, кстати, когда следующая гонка? Третьего? Да. Миша, в следующем году. Да. Это еще проснуться надо будет. Проснуться надо будет. От салата, что ли, протезируете? Ну, у тебя, может, и от салата. Да не, вы что, я пить не буду. Ну, может, чуть-чуть. Дай, Серег. Просто нажирусь, да, пить не буду? Не-не, я так не делаю. Я представляю, если бы утка была первого числа, то просто... Допустим, 8 утра. Её просто не было. Отменили бы Новый год проблему. Чего, была бы только, все бы ехали, наверное, криво. В Монако, да, что-то? Я думал, все бы ехали. Гран-при России 1 января надо было ставить. Гран-при России надо удалить вообще из... как раз чемпионат. Самая бредовая трасса в игре. Россия? Мне понравилось. Трасса хорошая, сюда ни срезов не было. Я не срезал. Причем тут? Не, я поговорю, она мне понравилась, потому что... Это я не срезал. Опа, Вова ошибся. Поймал стеночку. Ничего не сломал? Yeah. Это хорошо. Чуть-чуть. У него там борьба с машиной. И Рома зацепил стеночку. Да надо уже на пит-стоп через год. Веселуха начнется. Включи еще это. На 20-й надо заезжать. Все белое. Главное, что 10-й едет спокойно себе. Вообще на это, на пит-стоп ничего. Mm. У меня все белое. Ну, я не знаю, ты сам. Поляй. Смотри, не, от менеджера. Так, менеджер, когда заезжать надо? Не знаю. Шикарно. Рома едет за своей движением. Менеджер, он всегда поможет. Да. Да, Миша? Да, менеджер. Заезжай на 30. Втором. 32. 30 грамм. Самая лучшая стратегия будет. На каком? 39. Все. Что ты сейчас смог? Что держать? Вот слипстрим, а? Слипстрим. А где Вова? Что-то я проспал, что-то? Четвертый. Вова чуть дальше, чем обычно. Видик, что бы это? Я на изношенных вообще кого-то. Вообще реально
Попробуй. 25-50. 5-50. Вот. Так, ну что ж, близится 500. Тоже первый. Кирюха на 19. Да? Нет, да. Кирилл сам не знал. Так я даже сам не знал, нет. Я побелел. А если ты не сказал, он бы не заехал, да? Да. Где Рэ сломалась? Господи. Вот тут так много. А что? А Кирс сломался, слушай? Керс, ну да. Первый этап ушел на все. Механик контужен. Раздражение снижено. Да. Да-да-да. Не пробил. Стена не пробила? Не пробил ее, да. Рикошет. Рикошет от стены. Ну они там боксы все бухают сейчас перед Новым годом. Смотрите, заедете на пидстоп, они не выйдут. Или выйдут, но поставят на ту резин. Кирилл хорошо вышел. Давай, топи. Не, у него аэродинамика другая. У тебя слепстрим. А, ну аэродинамика лучше. Ох, опа. А, и Кирилл тоже срезал. Потому что... не понять. Потому что не понять. Я твоя не понимай. Никто моя не понимает. В каком круге пустоп будет примерно первый? Понятия не имею. Я хотел бы чай поставить, чтобы не прозевать. Да иди сюда. Ой, все. Ром, какие траектории странные. Зовите, кто не следит, он что-то очень быстро. Что за ним следить? Так уже штрафник забирал на догонке вперед. Чё будет? Свал сидел. Опять тихо. Опа-на, тихо. Ты чё, я не хочу. Стену она собрала. Чё мне, блин? Я сейчас не срезал? Нет, молодец. Так и продолжай. Не говори мне молодец, я тогда убью все равно. Умничка. А я толкаю, вот такая. Так, трицей тут. Женство ромку. Женство ловца какие-то в ты зеркала. Ай-яй-яй. Такое ощущение, Витя едет, а в зеркалах ходил там. Ай-яй-яй, что-то произошло. Кирилл второе место потерял. Да ничего, Рома толкнул. Тройная борьба, ничего. Он пропускает, я так понимаю. Значит, Рома медленно едет. Мне проще остановиться, а потом продолжить движение, наверное, что. Что-то случилось. Сейчас он начинает носить. Кстати, если резина износилась, хороший момент заскочить на пидстоп. Можно на пите просто обойти. Естественно, если изношен. Если идет. Застрять за кем-нибудь. За Миш. Там вроде большой разрыв. О, там кто в трассе. В первом повороте. Я. Стену зацепил хорошо для него. О,
Ой, прости. Езжай, езжай, езжай. Вова, заезжай. Вова заехал. Это плохо. Я рассказал. А, куда ты? Камеру нельзя сменить. Кирюх, ты заехал? Нет. Хорошо. Итак, судя по всему, Вова уезжает пятый. Пятый? Не факт, кто накатывает сзади. Да не успею. Они не успеют. Хватит с меня. Кто-то убился, Лотус, кажется. Иди сейфтикар начищай. А, сейфтикар выйдет. Чтоб блестят. Выезжай. Выезжать, да, пора. Едь про резиновую трассу пока. Мы скоро подтянемся. Интересно, за полтора часа сколько мы там проведем? Я полный бак заправляю и... Мне ну, само собой, я тоже не буду красу. Я попытаюсь настройки сделать на клаву. Я в них копался. Что-то там накопал, но не знаю, что я накопал, конечно. Я тоже ничего не понял. Ну, из 50 у меня получилось выехать. Чего? 50. Ну, я такого времени вообще не видел. Ну, это на... Ну, я на 100%. Я на полностью обрезине. Я понял. Поэтому ничего по этому времени сказать не смогу. Так, где там выезжать у нас в Скирекскиве? Позади Вова. Третий. Рома ведь хотел пропустить, но не получилось из-за Ник. Ух ты, Вова проскочил, да? Да. Я же говорил ранний подстоп. Че, серьезно что ли? А я и не заметил. Ну, что ты не заехал раньше? А может хотел тянуть до 30-го? Вынудили. А может Рома толкнул? Отлично, сломал закрылок. Все, это... Тоже выйдет следующий. Рома. Может Кирилл? Ник, нет, 30-го. До 30-го. Рома срывал. 9-го. Что-то я не удивлюсь, если Вова приедет первым. В итоге. Ну, приедет первым. Если сейчас ни Рома, ни Ник не заедут, то Вова приедет первым. Ну, если только меньше пидстопов не будет. Нет. Не, нормально чисто. Это выглядел опасно. Да. Прошел? Нет, было опасно. В первом повороте было опасно. У меня тоже было опасно, только меня... запрыгал. Я на секунду подумал, что не псих. Слышишь? Думай потише. Ой, Ромка. Ромка, как и в Испании, едет до последнего. У него другая так. Мало ли, Ник, что там с тобой сделали пока? Это не было. Да, свежая. Да. Режина тащит. Свежая. Нет, это другого. Этот Витя заехал, что ли? Или его Эдик обошел? Без понятия. 105-й. Без понятия. Горбы нету нигде, кроме Витя первого, второго места. Без понятия. Знал 5-й. Чё ты вообще понимаешь? А? Без понятия. Я этого не говорил. Но ты подумал об этом. Эх. Ай. Покрасились. Интересно, на свежей резине будут обгоны? Я думаю, будут. Все-таки. Будут. Там все гонки. Я думаю, кто-то попытается. Сейчас не получится, что ли? Только ошибка, дрифт, и все, уже обгон будет. У меня закрылка нет. Рома дрифтит, вообще.
И Кирилл тоже дрифтит. Это Вова едет, да, Кирилл? Да. Ну как, не прям за ним? Ну почти. Но на трое. Крыло меняет. Да. 5 секунд. 3. 3? Феррари за 5 меняют. Ничего не знаю. За 5 они меняют колеса. Это в Редбуле за 3 меняют. Ой, только не резнул, но пожалуйста. Резнул! Ты резнул, да? Да. А он сейчас где-нибудь убьется. Он без крылышки. Не, он быстрее едет, Рено. Он сейчас убьется от сзади едущего Феррари. Хрена. Я еду, а тут передо мной стоит в реверсе. Ой, ходик с 4. Я все видел. Надо в регламенте прописать. Че такого? Вернулся на трассу, есть опция такая. Ходика. Кстати, не знал, что она в 14-й, да, сколько, вроде в 13-й, какой-то предыдущий не было такого. Чё, нельзя было в гонке. Либо 12, что 11-й не было, 12 точно. По крайней мере, я не видел, чтобы кто-то ее использовал. Ты видишь. Да, Ник, я всегда. Рома заехал. Я смотрел видео. В следующей гонке будет нельзя. Все, Вова снова лидит, все не ждать. Это план. Но у Ромы меньше пути. Неужели Резнов успеет проскочить? Не должен. Не, хотя можно. Ну подобрался близко. Сейчас будет переполох среди лидеров. Все гонка переполох. У Ромы меньше пути. Но это не было Резнова в лидерах. Ты думаешь, он на одном? Да, нет, на двух где-то. Ну да. И у Вовы два, и у меня два. Слушай, она в конце чуть тяжелее будет, чем у вас. Что вообще происходит? Не помог. 10 секунд, там борьба. Нормально. Тройная. Что там, Ник, у тебя происходит? Да не знаю, они у меня просто лагают, прыгают. А потом на 50 метров вперед уходят. Опять Рома режет. Резнов. И Рома тоже срезал. Рома, там, не видишь? Там один срезает, все срезают за ним. Лотус, это камера низко стоит. Желтый флаг во втором секторе. Меня тоже. Убрали. Меня тоже желтый. Я в третьем жил. Какого черта, мне кажется, что я подъезжаю. Может, ты заезжал? Нет, да. На каком? На круге после Вовы. 20-21. 22. И опасно. Поехали.
опять срезал. Не, ну он же от этого ничего не выиграл. Ну да. Вообще ничего. Я срезал первый поворот. Кто, Вова? Я. Я раз можно. Штраф. Ну, штраф-то понятно. Я ж привык. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё случилось явно? И желтые флаги сразу загорелись на броске. Нет, это не он. Не хотел срезать. Если лево нету, то да, опа, на. О, Эдик тоже надоел. Второй пошел. Надоел, давай. Вилки, о, давай, до свидания. Иваныч уже в очках. Это не наша трасса, кстати. Вот Великобритания. Да, вот. Это не моя трасса, Миш. Англия, это будет там. Сейчас Ник пройдет. Ёб твою. Чё я начал так ошибаться? Ник не пройдет. 400, точнее, 30. Негде входить. Трассе? Да, вообще негде. Теряй, подбери. Поставь мне, пожалуйста, кусочек. Чё я не сделал? Срезать тогда кусочек остался. Я тоже без кусочка, чё? Ты без какого? Без права. Я без левого. Без левого плохо. Видишь. Нику не повезло, да? Да, да. Рома успел проехать, а них нет. И все, Рома уехал. Мне после твоего не надо. Он долго еще был раньше? Походу, да. Че вы говорите? Витя заезжал на пятом круге. А, больше не заезжал? Сколько раз заезжал. Ну куда он сядет? Эй, эй, эй! Ну было ж видно, что я право смещаю. Кого черт он закрывает, уходит, не прижимает. Таким людям кроме остался. Мне камеры кодеков говорят, что Ник едет все время на третьей передаче. Потому что текстура на руле одна, только третья передача. Да? Дайте я посмотрю. У тебя идет такой камер. А мне нельзя посмотреть. Первого лица. Такой камеры нет. А, блин. Это не камера кодека. Ну, не важно. Текстурный кодек, кодек тут ни при чем, не вмешивай кодек. Кодек тут на ихнего. При чем? Это мод. Это в там... моде. Не, это камера, это кодек. В каком моде? Я никакой болит не менял. Это камера кодека. Текстурка кодеков. Камера, это может не их, а текстурка это кодека. Третья камера. У них зависит на третьей передаче. Ну на текстурке не может меняться передача, это же текстурка. Ну вот именно, вот у него третья передача. Почему третья? Логика в чем? Бог Троицу любит. Да. Средняя скорость. А ты посмотри, Мерседес, по-моему, там Мерседес, по-моему, пятерка, я не помню, посмотри. А это мощность, наверное, болида. Мерседес на пятерочку. Кирай на троях. Может, тогда вообще роля не будет. Так, будешь смотреть дальше, что-то интересно. Ну, у Red Bull вообще никаких цифр, им просто руль. Просто руль. Ай. Они читеры, короче. У McLaren троечка. Тоже на троечку. Если тоже троечка, нет, не пятерочка. Все текстуры одни.
Я же нифига так хотел. Руль-то всех одинаковый. Нет, кстати говоря, нет. Кроме Red Bull и Williams. Ну ж, Макларен вроде всем руль поставляет. Макларен поставляет электронный блок управления. Кажется, первый круговой. Игорь, что? Или Иван? А было? Да блин. Я здесь только одно понимаю, как выйти с первого поворота правильно все. Срезаешь? Ну, срезаю, но в меру. Да. Миша подкрадывает мне было. Я люблю подкрадываться. Мишка, крадульщик. Крадульщик, да, офигел. Подкрадун. Подкрадун. Хитрый такой. Под пердуном. Хитрый еврей. Слышал, Миша? Какие у тебя тут легенды ходят? Какие легенды? Чисто голая правда. Да, так хорошо держит вообще. Че говорит? Резно, так хорошо держит вообще. Кого? Ника, сейчас Миша будет держать. Не, я пойду. Кого? А, двоих сразу? Сейчас. Да. В одном городе. Наши ходят. Через микрофон. Я понял тебя, только остальные не поняли. Потому что они тебя не слышат. Лёха, за нас опарис говорю. Толяра, кто нас такой фигню пишет? Не знаю, вот Резнов перед ником уже срезал за 3-4 круга, раза тоже 3-4, даже 5 может раз срезать. После туннеля? После тоннеля в скоростном, вот в третьем секторе он срезает. Сейчас посмотрим. Разве он не должен пустить его, если это несколько срезок подряд? Нет, для Резнова срезок напишем. Нет. Он просто будет штрафовать. Хоть толчок. Ой, нет, второй. Не штрафы. Дали, да? Угу. Можешь уже не гнать, не смей. Лучше сразу заехать и... Да. Да, это понятно. Блин, обидно, что... Ну, сломал толчок. Толчок? Я сломал. Полностью? Да. Да. Гонка никогда по плану не идет. Меня занесло. Ну, он тоже, блин, красавчик. Начинает ремонтить до 250 метров. Но у него без кусочка он едет, поэтому... Какая там, разница, да. Я тоже иду без кусочка. Ну, у него резина убитая, наверное, план. Да, так надо, наверное, пистолки ехать, если она у тебя убитая. Не, зачем? Надо держать. Ну ладно, есть шанс на второе место. О, да. Мы видим твою кусочку. Люди какие-то валяются. Моё. Это Кирилл. Моё. Чуть щепки разлетелось. Эй, меня на торможении просто занесло жопу. Рома тоже без крыла. Не знаю, я сейчас зарезного смотрел, он по времени на этом круге ничего не срезал. Боба просто. Я за 4 круга за ним сидел. У него стоит мод, когда он, ты за ним смотришь, он раз и показывает, вот лампочка мигает. Так вы смотрите, записывайте. Холодная резина, как лоб. В кодеках нет холодной резины. В кодеках есть холодная резина, ты просто в дождь не едешь. Наплевать. Мне нравится игра. Прикрой 4. В эту я не играл, мне предыдущие нравились.
А почему он на пятом месте? Он тоже сломал кого? Он передо мной, кстати, выжил. Ветер срезал. Да, срезал. Видел. Я сломал кого, потому что уже устал. Просто он же вроде бы был на третьем месте, а сейчас почему-то пятый. Вова заехал второй раз? Нет, по-моему. Не-не-не, когда заезжал, он проехал его. Первый круговой, что ли, все еще? Только сейчас. Ёб твою маму. Потому что все бы уходили только. Ой-ой-ой, Иваныч, это не выйдет. А, Иваныч, да. Что там, Миша, ха-ха-ха. О, Миша улетел, да. Че, у меня стена? Езжай, езжай дальше. Давай. Я научился ехать без крыла. У меня есть стена, она мне помогает. Опа, Ник. Шанель хочешь? Миша без крыла. Ну чё, Миш, я уже тоже без крыла поездил. Там для тебя. Пусти его, да еще. Да я собираюсь. Новая реклама Red Bull, Red Bull обескрыливает. Это не убей только. Тихо. Не убей его. У меня не поворачивает. Так газ надо сбавить. Ох, вообще никуда просто. Может, я так проеду, кто не заметит. Я заметил. Я записал. Ты вообще. Стена, давай. Ой, хорошо. Ты не убейте только. Не, я специально так еду, ты чё? Не. Я просто так быстрее. Как вы по спиде, да? А, тебе можно. Да. Давай. Это щелочка. Японский бог! Чё, межгонка, блин, ещё даже 50% не прошла. Я уже устал. Вся проблема в том, что ты не тому богу молишься. Какой японский, ты чё? Позовите ей. Рома? Зовите ей Ник. Я за Рома. Не, Рома ей. Ой, тихо. У неё расширение может быть стоп. Ну, едет, и Иваныч догнать не может. Уже Вова уже который круг. Ну, смотри, Иван, резина подходит. Вова резина там уже. Ну, план. Почти слики. Я ничего не пробовал слики одевать. Я хотел, но что-то они мне сказали, мы тебе не поставим. Да? А ножка нету, он бы пробовал. Ну да. Или у Ника там в чемпионате тоже кто-то ездил. Синенькие колесики кому нравились. Тоннели нагреваются или нет? Нет. Нет. Они не успевают посмотреть. Там половина туннеля забрызгана, вот. Специально поливают. А, зелок ездит, да, поливает машину. Эй! В этом не стоят, поливают. Это Миша ездит, поливает там, наверное. Да, я обливаю, наливаю, поливаю. С океана вытаскиваю воду. Вчера картину видел. Двустороннее движение, по одной полосе в каждую сторону. Стоят машины, пробка. Ну такая текучка, медленная. Едет, короче, по одной из полос машина, которая разбрасывает соль. Ну, чтобы разъедала снег. Так нет, он, получается, эту фигню сзади не выключил, то есть участок, по которому он ехал, он соль себе набросал, а соль разлетается на две полосы вообще в сторону, далеко летит. Там, где нужно, он разбросал по пустой дороге. Только подъехал к пробке, он не выключил, вся соль тупо на машину летела. Я бы его убил лучше. Игоря давно. Там борьба, и Вова подъезжает. Да. Вова по стенам вообще едет. Он ездит. Ну это у нас так. Че, не поворот? А, ну, это стена. Аккуратно. Я перепутал отметки.
что, сломал все? Нет, просто я срезал. Так, я так медленно там стоял, я просто стоял. Медленно стоял. Да-да-да. Прикиньте, если я бы стоял бы быстро. Был бы поворот, да? Стоял бы просто было. Так, официально полгонка сейчас будет завершено. Официально будет стоять быстро. Конечно, не сломаться. И будет первый круговой. Атака резного на Рома. Не, это скорее Рома атаковал резного. Кстати, я тоже атаковал. Борьба. Что, прошел? Прошел, да. С контактом вообще сильно. Ну, резно будет контратаковать. А я пытался Рома пройти, не получилось. Кто не записывал этот момент, да, где мы с Ромой боролись? Когда он себя вытолкнул? Да. Я нет. Нет, записи. Ну, Рома уже будет запись. Ну ладно, ничего страшного. Ага. Да не, я не злюсь, не надо его штрафовать. Ну, посмотрим. Так, я успел отбить штраф и снова к нему подъехать. Нормально, да? Ну я тоже успел. Он без кусочка едет очень медленно. Вполне где-то 35-й. Возможно. Нет, не 35. Я тебе официально говорю. Он если после первого, после пятого точно заехал, вполне где-то 35. Он, по-моему, штраф отбывал просто. Он после 10-го заехал. Он заезжал на 9-м. На 9-м, 10-м. Ну 30-й. Ну потом еще один пит-стоп и все. Да. Опять будет держать. Так, все хорош, держивающий. А если бы я стоял мод на повреждение, представляете, чего было? Все прикольно. Да. Но это еще предстоит узнать. А что такое будет в кодек? Нет, в кодек. Срезали оба. Не знаю, мне блокировка была. Я не буду делать. Блин, капелька тупая, мешает повернуть направо. Такая громадная, еще больше. Атака. Атака. Ези как орут. Ой, опа, отцепились. Но он сам повернул ник. Да, знаю. Ну, потому что я уже не потерпел. О, тихо, страна. Еще раз. Ой, обратно. Ну что, срезал конкретно. Да, по-тихому ехал. Я просто не заметил, что там был поворот. Он просто раз не знает, не заметил, раз едет. Изучает, да, 40 кругов. Войдите в его положение, поймите, не может пацан раз. Говорю же, приходится с двоих работать. Вообще, мне приходится с двоих работать. Ладно, если тебе работать. Ой-ой-ой. Тут только в ТТ меня носил. Взял бот на тормоз. Миш, первый поворот на какой передаче входишь? Второй. А выходишь? Третий. Псих. А то я вхожу, вхожу на первый, выхожу на задний. Блин, надо попробовать. Надо обязательно попробовать в конце гонки. Да куда тебя носит, дура? Тебя Вова догоняет. На круг? Угу. Меня? Да. Миша, выходи. Нет, Миша, меня. Я с тобой вообще никто не разговаривал. Молчи. Я молчу, молчу. Вот молчи. Вот и молчу. Молчи. Молчи. Молчу уже. Маша его даст. Во, вообще четко. Все, Вова. На проверку документов.
топливо, кстати, не хочется. Странно. Да, зато я залезнул на 4 круга, не как ты выжил. То мне плюс 3. Почему странно, что не копится-то? Что ж, пробуксовки сил. Это сарказм, Раша. Не попросил жизнь. Сторон не быстро едет. А, обувался, да, моя моя любимая Монак. Моя? Ай. Ай. Прижал, срезал. А, секунду, так резонов еще накопил на штраф. То есть я пятый. Чего ты взял? Чего ты взял? Сколько у него там секунд будет? С чего ты взял, что они будут? Ну, потому что он каждый круг срезает. И считать лучший круг. Чего ты взял, что он каждый круг срезает? Ну, уже я сейчас за ним 4 круга смотрел, он 4 круга срезал. А где Женя? Тут. О, Жень, ты жив? Живее, чем живых. Человек поставил? Я уже забыл за него. Я тут ручника дергаю в первом повороте. Пытаюсь ждать угла. Ногу высовываешь. Более установили ручник, но зато. На видео. Как Феттель пришел, так ручник установил. А, ушел ты. Вы думали, Рикерда просто так Феттель обыграл? Ручника дернул. Отлично. Питерский дом. А где софтикар? Да. Еще софтикар. Серега, где софтикар? Что за софтикар? Я не стал разбирать. Сергей Мейландер. Сергей Мейландер? Это не та игра, где я могу выехать. Не, выехать ты можешь. Выехать? Не, уже нет. Выехать только за тобой мог. Это да. А могут и не выезжать. Так что запомни это. Секунда, Серега, точнее, Рома. Да, Рома. Витя собирается терпеть до конца с этим комплектом? Скорее всего, да. У меня выбора нет. Фух, не сломал кусок, фух, принесло, фух. Фух, фух, фух. Вроде сломал и первый кусочек. Все, надо собраться. Тряп. Да здесь, блин, тяжело сконцентрироваться и легко разобраться. Расконцентрироваться. Ну да. Я помогу тебе. Ром, так прикольно. Я просто сконцентрирован. С одной стороны, слева зеркало есть. Собрался, разобрался. Угу. Тут разбираться можно только на прямых. И то здесь, на 3 секунды. Там 5. Ну, охренеть, ты куда едешь, дура? Я включил Феррари, только сейчас заметил. В зеркалах фертормашками земля. Да. Это нормально, да? У всех вроде норм, кроме Лотуса, там вообще мало чего. Там у него ТВ-шоу какое-то показывает. А вот я догнал. Круговые, кажется. Да, Никитик по небу. Да? У него влажность ниже. Понимаешь? Все, просчитываем. Режет. Вот. Режет. Ярик, включи видео. Что у него в зеркалах? Там явно что-то показывает, он тебя смотрит. А что-то показывает? Да. 18+. А что это вообще? Там он даже не кверх ногами, там что-то вообще. Какая горет. Там телевизор. Там какой-то шоу, да. Он пропустит. Ой, ёпа. В туннеле будет. Он едет и смотрит. Я понял. Поэтому Ника не видел сзади. Почти бы горек. Почтемся. А, ловил. Если что, обращайся за настройками, помогу.
Меньше народу, все с дома будет. Хрено! Ты уже невозможно смотреть, скучно же уже. No. Вау, это кого там развернул? Я думал, в дождь. Бля! А, Миша, да, ты 4 человека дарят. Давайте дружненько разобьем сначала 7-й, потом 6-й, 5-й. И за кулик закончится раньше. Кто-нибудь, я думаю, не согласится. Последний такой, хоп, рездов первый приехал, а я ничего не знаю. Иваныч, не могу догнать. Тоже сбиваться надо, просто хочешь, где выйдет. Я думаю, Иваныч просто не выйдет. Он не захочет. И на этом мы порешаем, да? А! О, Лёш, ты ж фиат! Это же было тут такая история, что гонку закончил досрочно. Вот, давай, скажи, из-за непогоды гонку закончил досрочно. После вылета. Погодные, скажи, погодные условия ужасные вообще. Я, кстати, вас это Корса жду нормальную погоду. Ну, то есть, если будет слишком уж опасно, хотим не дать, то... Я не понял, уже как-то попаду в реальном времени еще, которое... Этого я не знаю. Чеба Иванович. То это видео погоды по реальному времени? Не, у нас само собой по реальному. Да, еще не сделали походу. Погоду-то не сделали. Да еще не скоро сделают. Пусть делает качественно, не как кодыки. Да и не как в Project Cars, там какая-то странная вообще. Это физика, как говорит. Вову догоняли, да? Синит, да. 11 секунд осталось, было 23. Я сел на Феррари 80-х. Чуть-чуть две передачи сбросил с машины, все нормально, я вернулся. Даже тормоз не нажимал. Что, серьезно, что ли? Походу. Еще не скоро, конечно. Кругов через 5. Да. Я. Ну, у него нормальный задел такой. Да. Уай! Нормально. Ну, я, по крайней мере, затормозил. Там ничего не дают, да, Илья. А иди обратно. Надо налить чайку или кофейку. Мне тоже налей. Сделай да. Мне тоже, а то сделай я не буду браться. Да-да. Обойдёте. Мне, пожалуйста, эгоист. На ложечке. Вообще. 100 рублей. За чашу. Да вон, с контрактом. Имей 100 рублей, имей 100 рублей. Утром деньги, вечером 100 рублей. Сними фанетом. Да-да-да, фанетом еще не фанетах не хватит. Хватит. Вова там самый большой. Хочешь, что ли? Курс поднял. Что тут доллары? Понятно. Понятно, тоже подорожает. Один к одному. Кстати, вазовские машины не подорожают. Один к одному. Миллион к одному. И получается, в долларах они вообще будут стоить ни о чем. Сок валяет. Посмотрите, Вова, все куски на месте. Да, Вова, да. Там, наверное, в Вите есть на нет, все на месте. Ты шпильки, да, видел? Да. Я на месте. Подобрался близко? Чё? Подъехал? Я к бою подъехал. А, ты, блин, уже... Ярик? Да. Скажи мне, что показывают в зеркалах Вова у тебя? Ой-ой-ой. Это самое, что у тебя. Там цензура, по-моему. По-моему, там только по реплике показывают. Иногда. Я даже... Ложишь что-то. Жесть, что-то очень темное, да? Он, видимо, наклонил их в сторону асфальта, в асфальт показывает. Это что-то белое мелькало, я вижу. Ой, опанный. Так, как вы об этом говорите? Выходы и все. Они такое ощущение, там смещены вообще, криво. Ай... Они не отражают? Да. Очень странно. Выходи.
это может быть дело в камере. Не-не, езжай, езжай, Миша. В очках. Какие пути? Ну что, я хочу сказать, ты умеешь делать камеры. Спасибо. Молодец. Поздравляю. Искренне. Какие камеры? Три камеры. Мне нравится. Нет. Что делать после включить? Просто мы с Ярок отключили их и все. Они не все в игре есть, их просто было включить. Ну так ты же сделал, все. Запатентовал. Запатентовал. Да. Сайт выложи еще. Да, на сайте обязательно выложи. Патент приклеить не забудь. Обязательно. Иначе тоже камеры будут. Да что ж такое? Ого, заезжай. Ого, заехал. Так вот, меняется лидер. Там борьба какая-то. Борьба, борьба с машиной. Нет, там двое. Там что, до сих пор Иваныч и Брянцев опять? Нет, Брянцев уже. Миша Брянцев. Я потом. Миша слева. Миша, езжай, езжай, ну! Он кусочек сломал. Кто? Твою налево, а? А, Игорь. Сегодня Миша нет. Срезал обогнал. Я ему там не помешал, вроде. Нет. Он просто ошибся, я не знаю. Так я мог ехать или нет? Иваныч, наверное. Чего? Резанул. Тоже раз, Иваныч. Блин, хватит тогда. Да, Миша, я же не пойду. Да, вообще, слушай. Это самый Азарам срезали. Да. Я уже 20 кругов не срезал. Да, я просто прямой, я поздно. Ну ладно, два. Я поздно, прямой заметил. 22. Сейчас мы заметим. Ера. Может, ты в курсе тоже камеру умеешь делать? А там, куда еще? Камеры, там камеры же плохие. Куда больше? Куда ж лучше? Камер много не бывает. Мало. С вертолета сделаешь. Ага, летать буду. Еще скажи, что ты его управлял. Пилота как вот. Понимаешь, ты сказал, стрельни их оттуда. А. Кстати, на той трассе, вот, в которой мы ездили последний раз, предпоследний, там с вертолета камера вообще офигенная. Там даже два вида, по-моему. Барбан крупный. Ник, зэ. Да. Хочешь на тактике переиграть. Давай, Ник, атакуй. И не ломайся, пожалуйста. А, Резнов? Нет, позади уже. А у вас Брянцев сейчас едет или стоит на месте?
Едет на месте. Стоит, едет. Без понятия. Не, ну у меня он просто стоит после туннеля. Едет. Он звездой. В туннеле едет. На капоте звездой стоит. Миша, возьмай, Миша, выходи, не мучись. Миша, едь. Дач, когда едешь? Миша, дач, когда едешь? Миша, уже налегке. Миша, она уже плавала. Ой, аккуратно. О, о, Ярек, знаешь, я с тобой согласен. Ярек надоел. Миша! О, масло. Видишь, Ярек, я говорил. Какой Миша, выходи. Что ты говорил? Зачем вышел? Что Миша выйдет. А, Миша вышел? Миша выйдет. Для интернета. Тем по мере точно на подиум приедет. Нет, не приедет. Он будет пятым. Альфа, не слышно. Хочешь до конца? Нет, почти. Ничего не даю. Чё говоришь? Чего не даю? Рад еще. Я на 35-м дойдём. Меня пошло. Угу. 5 ты поедешь? Ну, конечно, еще. Да не, она еще заедет. Теперь это больше не понимаю. Хотя я еду, у меня Вова по проекту отыгрывает по 0.2 за круг. Да? Угу. Вот сейчас в ноль прошел абсолютно круг. Значит, тебе заехать из него. Тебя из носа на нос езжу. О, да, обогнать нереально. Да чё, Миша? Да, да. Миша, интернет? Я слышно или нет? Да, да. Да. Ты разве не вышел? Нет, я не вышел. Обычно. Куди мастерс. Так, чё у нас имеется? Рома левая рука дергается. Последний поворот. Вот что он у него там. Зеркало за него видел. Жесть. Об камеру дергается. Об камеру? Ну, думал посмотреть попробуй. Кто в боксе? Я. Не протерли. Визор. Один секунд. А Вова так и осталось. А Вова восстанавливался или нет? Да. Да. Ты финиш уже получается едет. Угу. Что-то я потерялся уже в этом. Кто куда останавливался, кто куда едет. Все, больше 500. Будет. Блин, от первого лица у Ника смотреть вообще офигенно. Зеркала все про Москве. Ну, это же Феррари, у них все через Рено. Да. Бывает.
резинка. Блин, я что-то не понимаю, как эта резина хорошо держит или плохо. Тут он заехал. Иван еще меняет крыло. А, Иван сломал. Нет, сломал Иваныч. Рома заехал. Резнов, Резнов сейчас будет третьим. Да, и он будет сейчас тех держать. Игорь сломал, так точно? Хотя не, он не должен проскочить мимо Ромы. Так Рома еще бог. А, это автолог. Это Иваныч, Иваныч. А, это Иваныч выехал. Ну, говорил, что Резнов не приедет на подиум. Приедет. Он сейчас держать будет до последнего. Ах, Ярок, кстати. Ах, ты Ярок, хитрый какой. Пошел тренироваться. Да, что? Ой. Кто там уехал? Второй. Это Иваныч уехал. Иваныч уехал. Резнов кусочек. Где смотреть, посмотрите. Ну, это Ярок пошел, так скажи. Куда? В Корсу? Корись, падла. Корсу. Такая ассета Корсу. Со мной, главное, не хотел идти. Говорит, у нас сегодня полтора часа практики, и так. А ты знаешь, что я буду делать? Вот я тебя спрашиваю. Кто там прыгает? Где гайцы посмотреть? Я помню, что я не помню. А, это не прыгает. А что посмотреть? Гайд твой, номер, номер. Чтобы закрепить болеть. А я не работаю. Не работаю? Нет. Нет. А как же будет со имена? Ну как, я добавляю твою машину. Вот. Спасибо. Каждый берет свой. Просто берешь свою машину. Чужие не зайдут, потому что они не знают пароля. А если, допустим, три ПМВ-ки? Чего? Это, допустим, 3 BMW. Вот для этого и нужно бы купить машину. Я буду знать, у кого какие машины, сколько машин добавлять там от вас. Пока там все убили. Для BMW. Вы уверены, что гайд не работает? Но он же сработал с тобой. Да не работал, мы проверяли. Проверяли. Можешь заходить под любым. Серега ставил его на сафтикар и сам под ним заходил. Серега, у тебя сафтикар, что, шестерка? Нет. Да, у него сафтикар получше, чем у нас машина. Машина. Быстрее. Тут мажор. Идешь там ладу взять? Надо сафтикар. Сафтикар должен круче быть. Взял бы шестерку. Развалил. Подкрутил бы карбюратор. Она не едет. Едет она нормально. Карбюратор. Поедет. Ну куда он мне так к стене тащит, ну? К стене и тащит. Вообще, а нехорошо. А стене хорошо. Стене хорошо. Там еще нельзя проваливаться в текстуре. Где? Ладно, ребята. Я надеюсь, мы еще встретимся. Если нет, то я вас да, в следующем году. Давай, Миша. Самое желаю вступающим. Тебе того же. Надо было в Монахане дождь, если снежок замутить уже. Я тоже это я предлагал. Да, небольшое объявление для тех, кто может захочет прокатиться. Новогоднюю гонку, только не вход, это вход. Колин Мафей Дёрт 2? Нет, Корс, конечно. Лучше, конечно, в Дёрт 3 там нет. Мне гличку. А, да, гонка пройдет 3 числа. 3-го? Да. 3-го гонка, смотрите. Или нет, 2-го. 2-го же. 2-го. 2-го? Да, 2-го. Ой-ой. Новогодняя гонка. Пятница 2-го. Сколько я помню, если я не ошибся. То есть кто живой придет 2-го? Если хочешь чисто новогоднюю, то давай 1-го. Ник не срезать. Да, ничего не выиграл. Все равно не срезай. Вам легко говорить. Жаль не срезать. Срезай.
Ой, о, оп, шанс, давай. Да, он пытался. Может, я опять оттягиваю. Да. Все, оттер, проезжай. Стер. Да, толкай. Толкнул сзади еще. Но с двух сторон кусочков нет. Да. Да, мне отказали. Кого? Попал. Все, мне так вообще ехать невозможно. Так, дальше поехал. Ну что ж, осталось 18 кругов. Пойду чайку налью. Ага. Блин, у меня уже все ноги болят. Они у меня без того болели. Долго. Приходится чем-то жертвовать. Ну, не знаю. Пожертвуй ногами. Это отлично. Лозунг чемпионата. Все, Леша, проверяй. Леша, я почку отдал, Леша, а я ноги. А кто отдал правое яйцо? Правое яйцо очень много веса снимает, это уже не регламент. Слишком легкий получится. Толкается, смотри, как Резнов. Чё? Да ему диспал можно дать просто. Смотри, что он делает. Я не записал, я не был там. Я думал, уехал. Зато у меня записи идет. А, ты записываешь. Я думал, уехал уже. Да, у меня согласен. Он сзади подъезжает, упирается и так. Чуть-чуть подталкивает. Ну ничего себе, чуть-чуть. Чуть-чуть это можно в попу подтолкнуть, а он сбоку подъезжает, толкает. А, да. Не приехал. Она летит на всех парах. Борьба, Иваныч. Игорь, Иваныч. Подвачка. У нас через час практика, да? Через 55 минут. Надо пути похавать что-то. Практика, классно. Три практики. А ты чего не едешь, жулик? Серега, к тебе вопрос. Нет, к тебе. Я-то еду. Где не еду? Я еду, хоть Серега не едет. Где ты едешь? Едешь? Ну да, я сейчас еду. Сейчас. А через час, не знаю, посмотрим, может быть, если покажут успеем, может проеду. Не забудь еще на сайте отписаться, иначе не зайдешь на ссылку. Я отписался. Вы мне ссылку скиньте, где отписаться, я сижу. Пошел хавать. В смысле, отписаться от твоего канала? Вау. Ну, может, отказал отписаться. Я тоже для начала. Отписаться. Понимаешь? Где софитикарта? Я не понял, что я жду. Я скоро выйду, не будет. Скоро он будет. В прошлых сезонах так было прикольно. Все разбивались. Вообще никто не разбивается. В прошлом сезоне, по-моему. Повреждения вроде все те же. Не было софитикарта. За прошлым вроде бы. Прошлым. Когда он. Да. Просто съедет очень аккуратно.
значит, ногу сводит уже. Левую? Правую. Еще 16 кругов еще есть. У меня левая всегда на весу, что сторона же испалки. Это тяжело очень. Ай. Кирилл, ты какую машину-то выбрал? Макларен. Прям как я. Я рад за тебя. Судя по всему, Макларен подорожает. За доллар, что? Я правда закрыл это, сломал. От того, что столб сломан, я на нем просто взлетел и врезался в стену. Ты хорош, че? Не гони. Ну это больше интересно, какая же вторая трасса у нас будет. Там не вписано. Надеюсь, не Нордшлейф. Просто мы не выбирали, потому что трассы добавляются, поэтому будем выбирать после. А, еще раз. Гонки. Ну. Жереби трасса. Кто-то яблоко жрет. Не я. Не Лёша. Вот как раз Лёша. Что за лунтик Баба Капа играет в Формулу-1? Лунтик? У меня в друзьях какой-то лунтик Баба Капа. Вот этих друзьях кого только нету. Уже лунтики пришли. Что за яблоко у тебя пришло? Красное яблоко. Настоящее? Не, пластмассовое. И как ты? Ну, лунтики видишь. Значит, не очень. А-а-а. Штраф. Штраф? Нет. Я говорю, у меня штраф за срез. Не записано. Блин, Серега. Я так хотел. Так получится. Да. Вы выпишем все. Ну, сейчас. Кирюк, тебе далеко до Вова? 7 секунд. А не догонит. Рома так хорошо ехал в начале. Рома наша позже всех держал в начале. Да. Да неплохо у них. Иногда отрывался даже. Потому что всем уже надоедал, все отпускали, потом опять догоняли. Рома не догоняет, ты грязного. Я посмотрю, я думаю, Рома быстро разберется. Ну все кусочки. Иван, значит, атакует. Вова один едет с целым крылом, да, ничего у него не сломано. Да. Не, еще Роман с целым крылом. Ничего, он красавчик. 23. 22. Вот левый, кстати, сломал. 22.0. О, резнул лучший круг. Иван же всю гонку борется, да, с Игорем? Да. О, крыло улетело в камеру прям. Иваныч. Он рукой поймал? Нет. Не успел. Ну, гонка уже 2 часа идет. Да я уже забыл, где-то. Еще минут 20. Вот поэтому в курсе у нас будут гонки с лимитом таким временным. Все одинаково будут идти. Они будут сбалансированы. По лучшему кругу практики будут рассчитываться круги, а не по дистанции. Как в формуле.
Ну, в Монсе у нас примерно... Формуле так, тоже двухчасовой лимит. Формуле так, да, тоже двухчасовой лимит. Не, ну тут все-таки по дистанции, ну, например, в Монсе у нас самая короткая всегда. У нас не будет короткой, у нас все будут одинаковые. Канада всегда еще быстро проходит. 2 часа гонки. Ну, это неправильно. Какая-то трасса должна быть короче, какая-то длиннее. У нас же не Лиман. 24 часа. Что? Хорошо, что не 24. Да. Лиман, кстати, был бы, если бы там не были срезки. Последний раз ездили с Яроком. Ужас. Там 3 минуты круг. У меня такая капля большая на манифике, я не вижу правый поворот. Как вытри руку. Встал. А, у него тоже будет кусочков нет. Понятно, почему встал. Ого, столбики летают. Интересно настройки посмотреть потом. Перед новой сондас, конечно. Так. Странно, что я еще не вылетел. Ну, когда создавал, все видели? Я интернет не мог включить. Потому что мне говорила система, что у меня интернет не работает. Это провайдер что-то? Нет, провайдер вообще ни при чем. Как бывает такое? Да? Это мой комп просто. Классный. Это винду давно переустановить. Мне тоже не помешал. Никак. Только не восьмерку, Кирилл. Мне вообще без разницы, если честно. Хоть десятку ставь. Эх, ты процессор новый. Чё говоришь? Процессор новый жду, чтобы переустановить. Ты ждешь? Ну, пока я куплю. Бери i5. Вот их, i5. У меня пока нет в городе. Блин, они сейчас дорогие, надо бушные брать. Ай, третий. Да вымышленно тоже. На конечно, он горешен. Процессор не горит. Горит, если неправильно разогнать. Если неправильно разогнать, у него есть такая функция, защита от перегрева называется. Современный процессор нереально спалит. Все равно. Не, они сейчас дешевеют. Да, 10 тысяч за новый. Это нормально. Стоили 6,5, стали 10. Это начально. Стоил 12 вот недавно. И вообще такие цены, откуда их взяли? 25, по-моему, стоил сейчас. Какой, пятый? Какой пятый? Цены. Ты че, упал? Он там что, золотой крошкой посыпан? Ну. Бриллиант? i7 стоит 23. Пять, десят. Третий сейчас 7 стоит. Я недавно 9 стоит. Сейчас у них что, синие флаги не моргают? А? У них синие флаги не моргают, не все? Что, он греет, скажи? Иваныч пропустил меня. Игорь. Дальше. Блин, забыл в регламент добавить то, что по синей флаге надо обязательно все. А что там есть? Есть. Секунду потерял, пока их обгонял. Все, Рома догнал Витю и все. И уперся. Здесь это на шифсе, на одной кругу потерял. Он второй кусочек потерял. А я его потерял, по-моему. Второй, тут второй.
Лёша, тут тобой в скайпе недовольны. В губке. Лоу занесло. Догнал. Шесть кругов. Не, не пройдешь. Конечно, не пройдешь. Если он еще не ошибется, конечно. Да, резину кого слышала? Меня. Все. Кругов на пять. Вова выйдет на 2 очка вперед. Так, ну тут ничего не поменялось, я вижу. Перевал удалил. Ну это логично было. Кирилл не поворачивает влево. Угу. Why? Ошибся. Угу. Еще раз ошибся. Терезина умерла? Не знаю. Ты что, борьба на последних кругах? Угу. Там двое даже были. Вовремя подошел. В трем даже я сказал. Ну, его начитал все дом. Там Рома борется, соревновал. Не так влево не поворачивайся, слепстрим. Блин, 6 человек и все борются. Ну. Вообще. Тут что, не один, конечно. А да, никто не борется. Седьмой. Что-то 7 человек, да. И ты не шестой, да, ты седьмой. Ты что, правильно сказал, 6 человек. Донесло, да. Он кусочек сломал, по-моему. Нет, это не он был. До него сломали. Вау, нервничает, да. Психи, что ли? Спавьте темп. Вообще. Это сейчас нырнет. Сейчас двоем забылся, я вон выиграл. Нет, такого не будет. Игорь, который раз уже. Игорь не выдержал на колоссе. Игорь все-таки выдержал. Ай,
круг остался. Блин, вышло же лучше. Блин, прошла. Протиснулся, да. Я только хотел отходить, забирать микроволновки, хапчик, вот раз такой момент. Вова место оставил, да. Протиснулся. Так надо было на видео заснять, и потом выложить на форуме. Вова, есть видео. Вова, есть видео. Даже видео есть. Все видели бесконтактную борьбу? Да, все видели прям. Ой-ой-ой, Вова ошибается. Я тоже нервничаю чуть-чуть теперь. Ой. Срезал. Да я, ты видел, меня занесло? Задняя заблочилась. Да. Какой баланс? 1-1. А, тормозов? Да. 48-52 макс. Переключаемся лидером. Последний круг. Не, ну грех был туда можно не сунуть. Угу. Не, он ошибся просто на выходе. Потом не стал закрывать. Тут не грязь. А потом уже, поздно было. Поздно было, но ты уже сунул. Красава. Да, молодец. О, хорошо. Рома там волнуется. Рома вообще. Ой, гонка. Рома там молодец. У них лучше круг. Ник третий. А нет. Нет, вырезнул лучше круг. Ага. Че, Кирилл выиграл? Да. Красавчик. Я старался. Ник третий молодец. Вова молодец, блин, всю гонку боролся, напряжение главное. Не, ну я ему Вова обидно, тоже... Ему обидно, наверное, блин, так на последних кругах. Да, конечно. Он ошибся и сюда гнали его сразу. Он какой, второй приехал? Да. Ну, четвертый. О. У вас там по очкам, наверное, практически равно.
Да, у меня два очка впереди. О. Был. Сейчас на 4 оторвался. А, значит, уже 6. Где парень победы? Рома, плюс-минус один круг. Ну, кстати. Кодеки не могут определиться, то ли плюс, то ли минус. В первой гонке, по-моему, так было. Не, нормально. Все нормально. Сейчас заплачу. Молодец, Кирилл. С очередной победой. Спасибо, Леш. Монако, никто не ожидал.